Команда проходит обычное предсезонное обследование согласно приказу, которое утверждено Министерством здравоохранения. Для чего это нужно? Чтобы оценить функциональное состояние игрока, готовность его к большим физическим нагрузкам. Ведь не секрет, что был у нас достаточно большой период отпуска. Я точно знаю, что у них есть, у каждого индивидуальная программа физической подготовки, которую они постоянно выполняли. Тренировочный процесс никто не отменял. Все равно программа была, продолжали работать. И здесь, в Новосибирске, с ребятами, с кем-то пересекался в зале. Ну, а так, я думаю, все держали форму. Ну, насчет цели мы будем говорить чуть попозже, вместе со всем руководством, с тренерским штабом. Но я думаю, самые высокие задачи, как всегда, медали. Я думаю, нам минимум уже скажут, что нужно туда стремиться. Мы уж постараемся. Отличное. Уже было собрание команды 14 числа. Всех увидел. Кого не знал, с ним познакомился. Ожидание от сезона. Много работы, много переездов, много работы, плотной работы. Прогрессировать, прогрессировать, еще раз прогрессировать.